и продолжил наш конкурс. Главный редактор районной газеты «Маяк», Ленинская область, Елена Скиндерева. Во-первых, огромное спасибо за песню предыдущего исполнителя, за первую песню. Мне кажется, для журналиста одно из самых главных качеств – это уметь пропустить через себя материал, для того, чтобы наладить контакт с собеседником, с аудиторией. Поэтому еще немного драматизма, если можно. Песня называется «Там нет меня». Автор Владимир Божилов и Игорь Николаев, музыка.